Надо было с банки начинать снимать, а не с меня. Сейчас только что Оля вышла. Нам привезли баночку пергола. Кто не знает, это еда пчел. Но так как люди являются тоже большим человейником, типа пчел, мы тоже решили заказывать это и кушать как пчелы. Как эта песня же есть там. Какая? Мы просто пчелы. Чего-то там. Короче, вот такая вот штука. Это пергола. Пчелы запасают себе на зиму и едят. Это у них прям эксклюзивчик. Вот. И такое вы фиг найдете вообще. А вот у нас здесь есть люди, которые занимаются пчелами. Мы у них постоянно берем мед. И вот они предложили вот такую баночку пчелиного космического питания. Нужно быстренько успеть это взять, потому что даже у нее как бы узкий круг вот таких, как мы, там, которые постоянно берут. И вот мы, в общем, успели. Да. Потому что очень мало. Бж-бж-бж. Мы просто пчелы. Ну, вот пчелы еще едят голубцы тоже. И Оля делает сейчас голубцы. Тут подготовили отличное мясо. Перемешали это все дело с рисом. Да. Туда же добавили мы орехи. Сегодня я купил специально вкусные орехи. Забыл, как называется. Бразильский орех, а потом фундук. Да, бразильский орех. И оказывается, цена поднялась на этот бразильский орех. Вот такие вот орехи. Сейчас они стоят что-то 1600 рублей килограмм. А стоили намного дешевле. Вот он сказал, там какая-то штука произошла, и ценники подняли, в общем. У нас еще есть такие вот всякие орешки разные. Мы добавляем туда же в мясо, чтобы было это все дело питательно. Да, но капусту ты, конечно, купил прям не для голубцов, мне кажется. Ну, там прикольно такая какая-то капуста продавалась. Но... не стандартная капуста такая, в плотно завернутая, а она как будто какая-то воздушная, да? Она и форма не совсем подходит. Ну, в общем, неважно. Оля эту капусту в микроволновку затолкала. Угу. Чуть-чуть ее смягчила на пару минут. Да. И... теперь делает голубцы. Сильно, короче, не заморачиваемся. Потому что чем проще это и быстрее делается, тем вкуснее и быстрее наедимся. Самое главное, нормально, чтобы были ингредиенты. Вот такая листочек капусты. Прикольно так, да? Сразу прилипает. Ну, другая капуста, она поудобнее. Здесь да она... что ты, поудобнее, не поудобнее. Чего не удобно? Положила, лист прилип. Сюда положила, готово. Все. Я не знаю, как на вкус она еще будет. Она великолепно вкусом... будет. Просто шикарно. Вот. Видите, вот. Голубцы, в общем. Все супер. Что тут может быть не так? Есть капусту, когда выбираешь голубцам, ты прям влог смотришь, такой средненький, чтобы прям вот в один лист один голубец пошел, а тут ну, что? Это не ко мне вообще вопрос. Мне все, чтобы было быстро и быстро. Заморачиваться мне неохота. Тогда купи маги пакетики. Да, можно и маги. Есть такие маги-голубцы? Нет, курицу, в смысле, в пакеты это вообще. Да нет, просто кубик сразу, голубцы. Подписчик просто недавно. Порошок. Недавно написал, что мне жизнь прям облегчит и скидывает этот кубик магии, это с посыпкой, там вот это есть в мешок курицу, посыпку. Угу. Вот чтобы вы не мучились, не готовили. Ну, в принципе, я люблю готовить, так что я не мучаюсь. Что, кубик магии спасет ситуацию, типа? Ну, бывает же, что вот когда готовить неохота, вот... Но люди частенько, да, порошочками ситуация спасает. Ну, в принципе,
принципе, если курица в кожуре, вот эта магия вот уйдет, наверное, в кожуру, все это, а внутри курица просто приготовится. Да можно просто бутылкой водки вон, покупать, набухаться и представлять себе, что ты покушал. Все. Тоже очень много людей так делают. Их зовут алкаши. Ну, вообще, конечно, нужно поработать. У алкашей, наверное, там, когда они бухие, у них там прям пир, еда, все четко, все ништяк. Это вам не пчелиная вот эта штука. Нужно, кстати, попробовать. А, да, давай попробуем на камеру. Сейчас я буду пробовать, ребята, вот эту пчелиную еду. Посмотрим. Вот такая вот штука. Живой? Вкусно. Вкусно? Очень по вкусовым ощущениям. Как будто это матовый мед. Или шершавый мед. Вот так. Вот есть глянцевая поверхность, да, вот если взять, например, да, и есть матовая поверхность. Глянцевая, она такая гладкая, блестящая, и на ощущение такое же скользит. Есть матовая краска, матовая поверхность, шершавость такая, микрочастицы чувствуются. Вот если мед кушаете, он такой гладкий, быстро, вот как бы скользит, и вот он больше как глянцевый. А вот эта штука, она как раз противоположность. Но и то, и другое, и мед, и вот эта пергола тает во рту. Также здесь ощущение такое есть, как будто орех добавили. Такой ореховый вкус. Чуть-чуть даже смахивает на... Продают же вот эти, американцы любят из ореха, как она штука называется? Арахисовая паста, да. Чуть-чуть смахивает на арахисовую пасту. Такой, как будто взяли арахисовую пасту и добавили сюда мед. И вот это что-то такое среднее получается. Приятно кушать, вообще нормально. Мне нравится. И тут нету, как у меда, сильной вот такой приторности. Мед, когда кушаете, у вас такое послевкусие во рту и сладость вот где горло. Здесь такой штуки нет. Вот вы скушали. На этот момент рецепторы работают во рту. Сладость появляется. После, когда это все растворилось и вы съели, ощущение вот этого сладости уходит. Это к чему? То, что вот такую штуку можно даже так вот как бы кушать чуть больше, чем тот же мед, потому что у меда вот это послевкусие, вот этот процесс остается, вы больше не сможете съесть, пока воды не выпьете. Здесь чуть-чуть другая, ну, система. Так что поставим, будем каждый день по одной ложечке это кушать. Будем пчелами. Сейчас будет пробовать Оля. Бз-бз-бз. Мы просто пчелы. Давай, Оля. Пергола пошла. Угу. Непередаваемое ощущение. Такой взрыв вкусов, да? Угу. Классное такое. Это как будто... Вот из, когда с воском мед кушаешь, только здесь воска нет. Угу. Вот вкусно так, приятно. Ореховый вкус есть? Угу. Ну это есть вот этот вкус воска, он чуть-чуть орехом отдает. Угу. И все как бы съела, как будто, в общем-то, и не ела. Да, ну так вкусно. Да. Вот это пыльца, как будто я пчелка. Да. Прям весь... Держи, год. Пчелка. Ну, много же нельзя, нужно что-то там по чайной утром, днем, вечером. Угу. И желательно за полчаса до еды на голодный желудок запивать тепленькой водичкой. Ну, очень вкусно.
Да. Прям еще хочется. Но нужно посмотреть, чтобы реакции не было. Там да нормально, что? Я думаю, тут дело не в реакции, а вот ты сколько можешь съесть, столько съешь. Вот я сейчас там, получается, буквально одну полную ложку съел, и все, я насытился, мне больше не надо. Так, еще чуть-чуть. Твой же организм знает, сколько тебе надо. Вообще вкусно. Ну, офигенная штука. Лучше это купить, чем вот эти Nestle пасты всякие, да? И дети могут такое кушать. Вот дети, да. Что-то арахисовое есть. Еще вот эта вот пыльца, она такая... Пудровая, да, вот это? Да, пудра. Ну, я и говорю, матовая. Угу. Матовый стакан. Матовый мед. Вообще. Офигенная, короче, штука. Еще напоминает, вот я вспомнила, когда свежие вот эти подсолнухи мы нюхали, угу. Летом, вот эти огромные. Да. Вот эта вот пыльца на подсолнухах, которые вот руки потом желтые, они такие эти... Запах вот этот. Запах угу. Сладкого, такого, как будто духи даже чуть-чуть угу. Есть. Вот это тоже есть. Супер. Все ли сделала? Сейчас офигенный аромат пойдет у нас по дому. Вот так, сделаю сверху да. Остатки, чтобы капустный сок был. Угу. А ты посолил мясо? Да. Угу. А то сейчас было бы не тут. Вот это мне что уже нравится. Вот это третий, да, положи и хватит. Все, сейчас поставим варить. Классный аромат будет по дому идти. Ну. Будем ходить в предвкушении. В ожидании чуда. В ожидании чуда, да. Мы, наверное, знаешь, что поставим гулять, пойдем, может, нет? Прогуляться хочется. Погода классная, так свежо, тепло.